Вітаю, шановні друзі. Сьогодні в топ-новинах від діда розберемо таке питання. Чи відкриють запроданці воду у Крим? Ось. Якось непомітно проходять події повз нас, що там відбувається в Криму. А там дійсно на сьогоднішній день відбувається повна паніка, репет, крики, що ось-ось закінчиться вода. І виступають там місцеві гобліни з пропозиціями подавати воду в Сімферополі тільки по вихідним дням і взагалі обмежити питво води і всілякі різні пропозиції з метою економії. Но головне питання для нас, чи відкриють такі наші задібіли воду до Криму. Дійсно, як виявилося, існують таємні пункти домовленості Зеленського з Путіним. Адже не дарма вони ж там щось сунули на літаку Медведчука і туди, і сюди, і там десь приховані вели перемовини, то, можливо, зараз почнуть спливати оці таємні пункти домовленості із Путіним. Зараз, коли наближається весна, ось проходить зима, яка не принесла якихось таких суттєвих опадів у вигляді снігу чи дощу, як в Криму, так взагалі по всій Україні. Ось тому в Криму постало таке питання, як кажуть, взагалі бути чи не бути. І зараз Крим проходить таку критичну точку висихання. Тобто ми всі чудово знаємо, що з собою уявляє степовий Крим. Це суцільна пустеля, ось, яка потребує штучного орошення. Інакше там нічого рости не буде. Тобто за географічною класифікацією оцей степовий північний Крим, він класифікується як напівпустеля. Там до українські часи тільки бігали ховрашки та татари пасли вівців. Нічого там не росло, тільки так ото вітер віяв і каталися по полі оці от бур'яни, так звані кураї. Ось. Так що тепер оця критична пора настала, і в Криму ось проводять молебені, гоблін там і усі кримські попи так просять у Бога дощу. Ну а погода, як бачимо, стоїть проти. До речі, там у Москві гундяй теж молиться, тільки той молиться за мороз, бо цей рік невдалий для «Газпрома», дуже тепла зима, у Європі мало йде розход газу, газові сховища вщерт наповнені, ціна на газ падає, тому там Міллер замовляє молитви гундяю, і вони там майже чуть не б'ють лоби у московських церквах. Ну, але ж ми знаємо, Господь їх не чує, бо їхня церква не канонічна, вона не має Томасу, тому цю секту Бог не чує. Вони можуть свої молитви хіба що спрямовувати туди у до Люцифера. Отже, зараз там розробляється у Сімферополі графік подачі води.
Вони думають, як менше пити, як менше включати зливні бачки в туалеті і як розходувати воду. Виявляється, будуть ось з 10 лютого війдуть в режим економії, і в Сімферополі буде подаватися гаряча вода тільки у вихідні дні. Тобто людина, прийдучи з роботи в будень день, вона не матиме змоги помитися, так, а тільки у вихідний день, якщо пощастить, то включать гарячу воду. Ну, постає питання, чи реально взагалі подати воду у Крим? Ну, прокласти трубу по дну — це нереально, може дуже дорого. Там розглядалося питання, як прокласти трубу по Кримському мосту, але він і так тримається там на соплях, і ось-ось може просісти, а тут ще й навантаження — така труба з водою. Тому ж навряд чи, щоб пішов такий варіант, та й у самій Кубані там не дуже то багатько водних ресурсів. Кубань сама страждає на посухи, і не все гаразд у неї там з орошуванням садів та городів та інших посівних культур. Побудувати опріснювач води, ну, можливо, звичайно, тільки там щось великі відходи йдуть, які треба кудись, значить, звалювати. Незрозуміло, куди буде забруднюватися навколишнє середовище. Ну і ціна такої води, звичайно, буде йти по ціні бензину. Адже прогнати це все через опріснювач теж коштує великих грошей. Ну, тут йдуть якісь торги, значить, що наші там уже депутати із опоблоку створили якусь комісію там по правам людини, і вони опікуються, значить, що мешканцями Криму. Хоча за міжнародними стандартами там повинна опікуватися окупаційна адміністрація. Ну, а в нас вони вже, як кажуть, рвуть дупи і переживають там за мешканців Криму. Ну, я не знаю, мабуть, доведеться відловлювати цих продажних депутатів і щось із ними робити. Ну, і нарешті, якщо і там якось уже вони схочуть продавати воду, так, то я гадаю, що тут ціна непроста цій воді дніпровській, адже нам Росія задарма нічого не дає, ані газу, ані нафти, ані бензину, ані дизельного пального, ані вугілля, взагалі нічого нам не дають. А вода – це такий же природній ресурс, як і все решта. Тому просто так роздавати воду нікому ми не дозволимо. До того ж, ціна води у пустелі, вона в десятки разів дорожча, ніж в звичайних кліматичних умовах. А як ми знаємо, Крим класифікується як напівпустеля. Ось. Ну і взагалі треба розуміти нашим зе-дебілам, зе-команді і оцим опоблоківцям усраним, що не все у цьому світі продається, так, не все підлягає продажі. Я знаю, там зараз йдуть бійки за землю, йдуть бійки за воду,
Ось це все наші ресурси, все це ресурси народу України, і нарід, я гадаю, що не дозволить так розкидатися нашими природними багатствами. Ось не продається все, і вони повинні це зрозуміти. Є деякі табу на деякі речі, які не продаються. Хоча вони у нас продажні, всі тварюки, ось, але ми будемо щось якось впливати, щось із ними робити. Хоча ця команда, знаєте, прийшла на таких гаслах, що Зеленський сказав, що ми вам нічого не винні, так, не обіцянок, не пробачень. Було таке гасло, так, і всього на один термін, вони йдуть на 5 років. Отже, я розумію так, що їхнє завдання за ці 5 років пограбувати вщент до нитки Україну і тікати кудись за кордон із цими награбованими коштами. Бо ті люди, що вони хочуть дійсно йти до влади і щось зробити на користь своєї держави, вони кажуть, ми прийшли всерйоз і надовго. Розумієте? Отак кажуть, що ми всерйоз і надовго прийшли ті, хто хочуть щось робити. А ті, що терміново прийшли пограбувати, вони кажуть, що ми прийшли на один термін. А тому, бачите, що всі газові угоди з Росією, вони підписуються на 5 років. Тобто їхня дія 5 років, а там хоч і трава не рости, і вода не тече. Ось, я гадаю, тут все не просто так, так. Тут відбувається підкуп. Ми знаємо, Путін вже підкупив усю Європу, тобто і Меркеля, і Макрона, так, і Зеленський попав у ту ж компанію. Так, що я гадаю, мабуть, щось там нечисто, мабуть, цю Зе-команду вже купили. Ось. Ну, якось ми будемо з ними боротися, і я раджу патріотам України, нашим ветеранам, нашим добровольцям, нашим унаунсівцям, нашим свободівцям, нашим націоналістам усім тримати, як кажуть, вуха на поготові і слухати, що там робиться, і бути уже, так би мовити, готовими виступити на блокаду оцього Північно-Кримського каналу. Адже, ви бачите, ці продажні тварюки вже тут поза нашими спинами щось там попідписували, і щось уже там метушаться, щось уже вони мають з цього, гроші вже там у них в кишенях поділили. Ось, але не дамо їм продати ні землю, ні воду. Так, це все наше, це все ресурси народу України. Я тут зробив деяку звукову добірку. Зараз автомат почитає вам, щоб ви там не шукали десь, не читали. Так можна в режимі відпочинку послухати, що тут пишуть, значить, наші інтернет-видання, що стосується цього питання. Дійсно, там оці от ставленики Путіна, оця смотряща по Сімферополю від Путіна, вона там на Фейсбуці, значить, опублікувала своє звернення економити воду. Ось я і там брав інформацію, і з деяких інших джерел, зокрема Радіо Свобода і інших просунутих джерел, що виступають на боці України,
а також наших ворогів. Отже, можна послухати з вами дідо Лесь, як завжди. Дякую за увагу, а о 21.00 буде стрім з рулетки. Отже, можна послухати інформацію. Пустять ли в Крим Дніпровську воду продажні зідібілоїди? Всплывают секретные протоколы переговоров Путина и Зеленского. Как мы и сообщали, весной Днепровская вода все-таки наполнит Северо-Крымский канал, если, конечно, в Киеве к тому времени не поменяется власть, причем, как буквально, так и в переносном смысле. Ровно через неделю представители парламентского комитета по правам человека проведут выездное заседание в Херсонской области и посетят КПП «Каланчак», чтобы лично проверить готовность дамбы к пуску пресной воды. Всю осень на украинском участке шли очистные работы и ожидается, что воду пустят уже в конце февраля. Пуску воды категорически противится так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Выездное заседание депутатов никак не связано с вопросом водоснабжения. Минус уверяет чиновник. А дамбу депутаты посетят потому, что она расположена неподалеку. Но мнение Кориневича, похоже, не интересует ни депутатов, ни, тем паче, администрацию Херсонской области, открыто ратующую за возобновление подачи воды. Это связано, прежде всего, с тем, что прекращение подачи воды негативно сказалось на экологической обстановке в области. Так или иначе, после визита парламентариев станет известно, успели ли украинские специалисты провести очистку воду. Напомним, могли дать еще прошлой осенью, но помешало негодное состояние заваленного промышленным мусором и отходами водовода. И не сдвинут ли в очередной раз срок пуска воды? Есть основания утверждать, что пуск на север полуострова пресной воды был увязан с несколькими другими важными вопросами российско-украинских отношений, в частности, с газовым транзитом. И гарантом исполнения договоренности в Киеве выступает лично помощник Зеленского Ермак, курирующий сегодня всю российско-украинскую повестку. Так что воду, скорее всего, все-таки пустят к началу посевной, если, конечно, в полном соответствии с украинскими традициями, в ситуацию не вмешаются силы извне, например, ветераны добровольческих карательных соединений или организованные украинские националисты. Но то, что в Верховной Раде не собираются чинить препоны возобновлению подачи воды, это факт. В крымских храмах УЦМП молится о дожде. В аннексированном России Крыму в храмах Симферопольской и Крымской епархии УЦМП с прошлой недели проводятся молебны о неспослании влаги. Об этом Крым.реали рассказали в пресс-службе епархии. Мы говорим о Симферопольской и Крымской епархии. Есть еще епархия Джанкойская и Феодосийская. Проводятся ли там молебны, у меня нет информации. У нас, да, проводится. К.Р. обратились с просьбой на имя правящего архиерея, митрополита Симферопольского и Крымского лазаря из администрации с просьбой о проведении подобных молебнов. Значит, было издано распоряжение архиереев в храмах молебны проводятся. Это такие рабочие моменты, поэтому конкретно я сказать не могу, утреннее богослужение, вечернее богослужение, я сказать не могу. Но они проводятся с прошлой недели, минус рассказали Крым.реали в Симферопольской и Крымской епархии. 5 февраля глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней. Российский глава администрации Симферополя Елена Проценко рассказала, что радикана. Для военной базы воды достаточно, как в Крыму сокращают водопотребление. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Елена Степановна Проценко, смотрящая Путина по Симферополю, сказала. Самый важный вопрос, который обсуждался сегодня в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города, минус вопрос гарантированного водоснабжения Симферополя и всех объектов питьевой водой. Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, недостаточно,
чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Их хватит на период от 90 до 100 дней. Об этом в ходе совещания рассказал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Валентинович Валь. Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому, на сегодняшний день, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля. Более подробная информация и графики подачи воды будут оперативно размещаться на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма» и администрации Симферополя. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду. Запасов пресной воды в Симферополе осталось не более чем на 100 дней, немногим больше 3 месяцев. Об этом сообщил глава подконтрольного Кремлю Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Валь. Ранее он же уверял, что Крым обеспечен водой до лета. Вскоре российская глава администрации Симферополя Елена Проценко написала на своей странице в Фейсбуке, что жителям города отключат горячее водоснабжение по будням, а холодная вода будет подаваться по графику утром и вечером, начиная с 10 февраля. Кроме того, на специальном совещании глава российского правительства Крыма Юрий Гацанюк призвал всех крымчан бережно относиться к расходованию ценного для полуострова ресурса минус воды. О водной проблеме Крыма шла речь в эфире радио «Крым.Реалии». В начале января правительство России утвердило национальный план адаптации к изменениям климата, согласно которому в течение 2 лет все регионы должны к ним подготовиться. Руководитель отделения Российского экологического сообщества по Крыму Владимир Разумейко рассказал «Крым.Реалии», что эта программа уже начала реализовываться на аннексированном полуострове в контексте борьбы с засухой. Это полная модернизация всех сетей водоснабжения, и за счет федеральных средств уже спроектированы новые водопроводы для исключения каких-либо потерь. Также важно разъяснять крымчанам и гостям полуострова способы сбережения воды. В принципе, местные жители привыкли бережно использовать ресурсы в засушливых регионах, а туристы делают это так, как привыкли. Например, чистить зубы с включенным потоком воды из крана для них естественно, и они создают увеличенную нагрузку на экосистему. Что касается ситуации в Симферополе, хочу обратить внимание, что озвученные показатели соответствуют самому неблагоприятному ходу событий, то есть положение немного лучше, чем говорят чиновники. Именно для питьевого водоснабжения воды достаточно, а вот в поливном возможны ограничения и рекомендации. Нужно, например, высаживать культуры, которые потребляют мало воды. В январе заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиорации Михаил Яцук в эфире радио «Крым.Реалии» высказал мнение, что меры по обеспечению полуострова водой, о которых говорят российские власти, не решат проблему глобально. Мы слышим о планах построить водовод на север Крыма, чтобы зарегулировать сток рек, какие-то еще идеи, в том числе по использованию стока в Кубани. Но на самом деле это нереалистично, потому что там водных ресурсов недостаточно даже для собственного обеспечения, не говоря уже и о переброске в Крым. Если на мост через Керченский пролив навесить еще водовод, это повысит риски для самого строения. Самая главная проблема в том, что на Кубани нет водного ресурса для перекидывания в Крым. Отходы от опреснительных станций создадут огромную экологическую опасность для морской флоры и фауны, а также для полуострова в целом. Можно решить локальные проблемы таким образом, но в целом альтернативы Северокрымскому каналу нет. В феврале в эфире проекта «Радио Свобода» схемы глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированной Россией Крым. Депутат сослался на опыт Израиля и отметил, что это помогло бы пополнять украинский бюджет. В ответ глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров указал на то, что продажа воды в Крым будет фактически означать сдачу украинских позиций по деоккупации полуострова. Позднее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич заверил,
что продажа воды для аннексированного Россией полуострова вообще не рассматривается и что возобновление работы Северо-Крымского канала возможно только в случае деоккупации. Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым и экс-глава Республиканского комитета водного хозяйства Александр Леев подчеркивает, что без поставок из Днепра на полуострове все равно будет хватать воды для питьевых нужд. Эта проблема лишь косвенно связана с Северо-Крымским каналом. Большая часть питьевой воды Крыма и до 2014 года, и сейчас, это подземные воды и ресурс естественных водохранилищ. Совсем немного днепровской воды шло на питьевое водоснабжение, в основном она шла на нужды аграриев и промышленности. То есть эта проблема решается за счет артезианских скважин, за счет восстановления коммунальных сетей, где происходили большие потери. Но в том же Северном Крыму без днепровской воды пусть и будет что пить, только там будет нечего делать. Заниматься сельским хозяйством без Северо-Крымского канала там нельзя, даже если будет хватать питьевой воды. Подчеркиваю, раньше 80% днепровской воды шло именно на сельское хозяйство и промышленность. По мнению Александра Лива, материковая Украина технически не способна подать воду в Крым без координации с российскими службами со стороны полуострова. То есть, если у нас сегодня нет никакого диалога с оккупационными властями, мы не можем подавать воду. Правда, есть такой вариант, мы не сдаем национальные интересы и, скажем, переходим в нормандский формат, включая в его рамки вопрос Крыма, и тогда уже обсуждаем все конфликтные моменты, тогда уже говорим о возможном восстановлении водоснабжения. При этом я не могу сказать, что прекращение подачи энергоресурсов на полуостров приблизило день его возвращения под контроль Украины. Президенту Владимиру Путину не нужен Крым как успешный аграрный или туристический регион, ему нужна там только военная база, а для нее воды достаточно. Я не сомневаюсь, что мирные жители их проблемы Путина не интересуют. Рекомендовано всем патриотам Украины готовиться к блокаде Крымского канала. Пустит ли в Крым днепровскую воду продажные зидибилоиды? Всплывают секретные протоколы переговоров Путина и Зеленского. Как мы и сообщали, весной днепровская вода все-таки наполнит Северо-Крымский канал, если, конечно, в Киеве к тому времени не поменяется власть, причем, как буквально, так и в переносном смысле. Ровно через неделю представители парламентского комитета по правам человека проведут выездное заседание в Херсонской области и посетят КПП «Каланчак», чтобы лично проверить готовность дамбы к пуску пресной воды. Всю осень на украинском участке шли очистные работы и ожидается, что воду пустят уже в конце февраля. Пуску воды категорически противится так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Выездное заседание депутатов никак не связано с вопросом водоснабжения. Минус, уверяет чиновник. А дамбу депутаты посетят потому, что она расположена неподалеку. Но мнение Кориневича, похоже, не интересует ни депутатов, ни, тем паче, администрацию Херсонской области, открыто ратующую за возобновление подачи воды. Это связано, прежде всего, с тем, что прекращение подачи воды негативно сказалось на экологической обстановке в области. Так или иначе, после визита парламентариев станет известно, успели ли украинские специалисты провести очистку, воду, напомним, могли дать еще прошлой осенью, но